за ногами и ориентируйтесь, какой ножкой вам бьют. Для того, чтобы хорошо схватить, надо ручки вернуть к подбородку. Тогда от подбородка будет четкий захват. И вторая ручка на подстраховку ребра. Финальный буда. Левый лоу-кик, прихват за шею, левое колено в солнечное сплетение. Раз, из-под шага старайтесь сразу. После лоу-кика старайтесь сразу делать под шаг под удар коленом. Обязательно шею прихватить. Раз, раз. Но начать с ноги, да. Сначала лоу-кик, потом колен. Лоу-кик, прихват, колен. Локоть четко, не спешите, четко бейте. Снизу, сбоку, колено, локоть. Раз, два, три, четыре. Да, локоток бьем после локтя уже, дорабатываем туда. Снизу, сбоку, колено, локоть. Локоть четко в перчатку, аккуратненько. Колено с клинча и локоть сюда. В закрытом онлайн-клубе Muay Thai CK ты найдешь очень интересные и полезные онлайн-встречи, закрытые видеоуроки, а также 50 готовых пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео.